Здравствуйте! Сегодня приготовлю шоколадный кекс с сюрпризом. Мне потребуется для теста сахар, сок лимона, крахмал, цедра лимона, разрыхлитель, какао, один белок, сливочное масло, мука. Для сюрприза мне потребуются яйца, желток, мука, сахар, сливочное масло и вишневое варенье. Вначале растоплю сливочное масло и остужу его. В это время взбиваю яйца и желток. Взбила до плотной пены, всыпаю сахар. И снова взбиваю. Яйца с сахаром взбиты. Всыпаю муку и аккуратно лопаткой перемешиваю. Вливаю теплое растворившееся масло. Аккуратно перемешиваю. И выкладываю слоем на лист. Отправляю в духовку и выпекаю до готовности. Вынимаю бисквит и остужаю. Готовлю кекс. Мягкое сливочное масло растираю до бела с сахаром. Добавляю сюда же лимонную цедру и перемешиваю. Добавляю по одному яйца. И сюда же белок. Отдельно смешиваю муку, крахмал, какао и разрыхлитель. И перемешали. В три приема всыпаю смесь попеременно с молоком. И перемешали. Тесто готово, оставляю пока в сторону. Займусь сюрпризом. Варенье тонким слоем обмазать корж. Аккуратно сворачиваю в рулет. Обрезаю края. Форму я заранее смазала маслом, посыпала мукой и всыпаю 3 столовых ложки теста. Аккуратно кладу рулет швом вниз и выкладываю поверх оставшееся тесто. Отправляю кекс с сюрпризом в духовку и выпекаю до готовности. Для того, чтобы тесто не убежало, через 10 минут нужно сверху прорезать разрез. Достаю готовый кекс. Выкладываю на доску и оставляю до полного остывания. Делаю глазурь. В сахарную пудру вливаю струйкой лимонный сок. Глазурь прикладываю в пакет и украшаю кекс. Делаю маленькую дырочку. Вот такая красота у меня получилась. Приятного вам чаепития!